Шалом, дорогие друзья! Давайте разберем один интересный пасук из нашей недельной главы Ваекель, который расскажет нам полезные и нужные вещи о нашей жизни. Написано в нашей недельной главе: «И не зажигайте огня во всех местах проживания вашего в день субботний», ну, то есть в шаббат. И простое понимание этого пасука означает, что нам запрещено зажигать огонь в шаббат. Из этого следует запрет на зажигание света, гашение света, на использование электроприборов, в смысле нажимания на кнопочки электроприборов. И я хочу с вами остановиться на более внутреннем смысле этого пасука. Огонь в понимании наших мудрецов ассоциируется со злостью, со гневом. И таким образом мы приходим к новому смыслу этого стиха, этого пасука, что запрещено в шаббат, в день, когда мы связаны с Творцом, когда мы посвящаем этот день близости с Творцом, и когда мы соединяемся с самими собой, с тонкими структурами самими себя, со своей божественной душой, в этот день запрещено гневаться. Это очень нехорошо. Почему? Потому что гнев, злость, они отстраняют нас от связи с самим собой, от связи с нашей душой, от связи с Всевышним. Поэтому я вам желаю, дорогие друзья, всю неделю быть максимально спокойными и учиться принимать события, которые происходят вокруг нас, поведение других людей, с пониманием и спокойствием. И самое главное — быть спокойными, внутреннего спокойствия вам в шаббат. Будьте счастливы!